Всем привет! Что лучше? Бэушный японский мотор или новый китайский? Этот вопрос беспокоит многих желающих приобрести лодочный мотор для отдыха на воде. Конечно же, хочется иметь такой мотор, который не подведет. Новый японский мотор стоит слишком больших денег для тех, кто планирует выходить на воду не более 2-3 раз в год. Поэтому приходится рассматривать бэушные варианты. Но есть и другой выбор в сторону приобретения нового китайского мотора. Спасибо китайцам за то, что они скопировали японские моторы Yamaha и Daihatsu, немного удешевили производство и предлагают хорошую альтернативу японским моторам для любителей, у которых нет серьезных задач на воде. У многих принцип не покупать китайский мотор. Лучше уж взять бэушное японское качество, которое на века, чем китайское барахло, сделанное из пластилина. А кто-то считает, что новое есть новое, и это лучше, чем поезженное и ушатанное. Тем более, ходят слухи, что сейчас нет ничего японского, все давно делается в Китае. При выборе мотора для начала нужно как можно точнее определиться с мощностью. Не стоит ставить слишком слабый мотор и наоборот превышать допустимую мощность для вашей лодки. Если вы ищете мотор примерно до 4 сил, то среди китайцев на рынке огромный выбор в целом неплохих вариантов для водоизмещающего режима. Китайцы могут лукавить с мощностью. Например, на фактической мощности в 3 лошадиные силы будет наклейка 4. Лучше брать по максимуму, чтобы потом не спрашивать на форумах, как раздушить свой 3,6 до 5 лошадиных сил, потому что не хватает буквально немного. Бэушные японские моторы такой мощности можно приобрести в хорошем состоянии. Их часто продают, просто пересаживаясь на моторы помощнее. Что касается японских моторов, позже мы расскажем, какие модели лучше не покупать, если они в не очень хорошем состоянии и требуют ремонта. Если вы ищете мотор в категории 8-10 сил, то нужно понимать, чем отличается 9,8 от 9,9, что это совершенно разные моторы по весу и мощности. Нужно знать, чем отличается 9,9 от 15 и почему на самом деле эти моторы одинаковые по всем характеристикам и конструктивным особенностям. Каждому из этих вопросов мы посвящали отдельное видео. Все ссылки оставляем в описании к этому ролику, чтобы не пришлось искать. Самые популярные двухтактные моторы 9,9-15 мы сравнивали друг с другом. Yamaha, Daihatsu, Suzuki. Самые популярные двухтактные моторы мощностью 8 и 9,8 лошадиных сил тоже сравнивались друг с другом. Это Daihatsu и Yamaha. И даже сравнивали Yamaha 8 с Yamaha 8 Enduro. Приобретая новый китайский мотор, вы получаете гарантию с определенными условиями, вы можете его самостоятельно обкатать, вы единственный хозяин, и это главное отличие от БУ мотора, про который вам практически ничего не будет известно. Почти про всю линейку моторов Hankai мы делали видео с описанием всех основных проблем, причем некоторые из них были исправлены и на сегодняшний день они уже не актуальны. Сейчас многие китайские производители стараются исправлять какие-то заводские дефекты. Мы снимали много фильмов про проблемные места на китайских моторах. Показали все как есть. Мы не занимаемся рекламой или антирекламой китайских моторов. Мы не продвигаем ни один из брендов среди японских. Делали отдельное видео про заводы и производственные линии китайских лодочных моторов. Их немного. И это огромное разнообразие названий среди китайских моторов выпускается в нескольких местах, которые по пальцам можно пересчитать. Большинство проблем с китайскими моторами можно решить по мере их поступления, приобретая более качественные японские запчасти взамен китайских. Конечно, на новом китайском моторе встречается и заводской брак, и некачественные запчасти, но такое случается все реже, и в основном в поломках все чаще виноват не сам мотор, а его владелец. Выбирать БУ мотор можно у людей, которые занимаются привозом моторов из-за границы в Россию, обслуживают их, в случае каких-либо неисправностей разбирают, ремонтируют
красят и придают эстетичный внешний вид. Мотор в хорошем техническом состоянии, при грамотной предпродажной подготовке в такой организации будет работать у вас долгие годы при бережной эксплуатации и своевременном обслуживании. Существуют площадки для продажи бэушной техники, например, Авито, Дром и тому подобное, где тоже можно приобрести бэушный лодочный мотор, отсортировывая объявления мошенников и продавцов китайских моторов, которые выкладывают ложные объявления бэушных японских моторов, привлекая таким образом покупателей в свои магазины. А в дальнейшем эти моторы, как всегда, не заводятся или проданы 15 минут назад. Если вы видите, что цена на технику существенно ниже среднерыночной, да еще и год выпуска совсем свежий, стоит задуматься. Посмотрите наше видео, где мы рассказывали о мошенниках, которые продают лодочные моторы. При выборе понравившегося вам варианта лучше всего ехать к продавцу и лично смотреть мотор. Запустить его в емкости с водой, а может и на воде. Послушать, как работает. Проверить компрессию, проверить давление масла, если это четырехтактный мотор. Потрогать мотор рукой и убедиться, что охлаждение работает правильно. Можно договориться с продавцом и проверить мотор через сервис. Если такой возможности нет, покупать мотор без проверки очень рискованно, тем более на расстоянии. Обращать внимание на год выпуска стоит в последнюю очередь. Если мотору 20-30 лет, это не значит, что в течение этих лет он эксплуатировался и тратил свой ресурс. Большинство лодочных моторов просто хранятся и ждут своего следующего выхода на воду. И по внутреннему техническому состоянию, очень часто моторы 90-х, 2000-х годов абсолютно не уступают более младшим. Это следует понимать и не всегда гнаться за свежими. Как мотор хранился и в каких условиях, это уже другой вопрос. Подшипники врать не будут и при запуске все расскажут. Многие моторы за весь период своего выпуска не имеют существенных конструктивных изменений, что сильно облегчает поиск запчастей и сам ремонт. Самые яркие примеры – Daihatsu 5, Daihatsu 9.8, Daihatsu 9.9.15.18. Они начали выпускаться с 80-х годов в синем цвете, потом в 90-х цвет моторов стал серым, а в 2005 и до сегодняшнего дня они выпускаются в темно-фиолетовом цвете. Yamaha 9.9, которая сейчас продается в магазине, выпускается с 97 года. У моторов есть отличия в наклейках и какие-то незначительные отличия в деталях, но в целом это одни и те же моторы и запчасти у них одинаковые. Конечно же, это касается далеко не всех моторов, иногда это относится только к отдельным узлам, но самые распространенные на сегодняшний день модели ремонтируются без проблем. И так как внешне мотор начала 90-х годов может сильно не отличаться от мотора 2010 года, специально для тех, кто ищет мотор посвежее, завышают год выпуска, перекрашивают в более современные цвета. Точный год выпуска можно определить по шильдику или иногда указывается на свечных проводах. Теперь о том, какие моторы лучше не рассматривать для покупки, потому что в случае их поломки могут возникнуть проблемы с поиском запчастей. Это старые моторы воздушного охлаждения, такие как Yamaha, Daihatsu мощностью 3, 5, 8 лошадиных сил и тому подобное. Эти моторы давно сняты с производства, так же как и запчасти для них. Встроенные металлические топливные баки могут ржаветь изнутри, постоянно засоряя топливную систему. У нас нет опыта подбора запчастей для двигателя, редуктора, карбюратора. Ничего не подходит от более современных моторов, что делает их неремонтопригодными. Исключением являются подшипники и сальники, которые можно подобрать и в крайнем случае где-то что-то расточить под другой размер.
Далее Tahatsu 8A, Tahatsu 9.8A, Tahatsu 12A и все подобные моторы из этого семейства. Проблема с запчастями на редуктор, на двигатель, отсутствие ремкомплектов хотя бы для водяной помпы. Все это создает огромные трудности при ремонте. К самим моторам претензий нет. Это отличные надежные моторы, но для своего времени, на замену которым Tahatsu давно уже предложили новые модели, выпускаемые по сей день. Мы стараемся продлить жизнь этим моторам, например, переделываем водяную помпу, ставим ее от другого мотора. И по этой теме у нас есть отдельный плейлист. Иногда бывает так, что в продаже есть только крыльчатка, а если нужно заменить стакан или корпус помпы, то приходится переделывать всю помпу полностью, как мы это делаем на старых Ямахах от модели 7А до модели 15А. На некоторых моторах можно отремонтировать коленвал с использованием новых запчастей, расточить блок цилиндров и установить новые поршни, но на редуктор ничего нет, или нет ремкомплектов, прокладок, которые приходится изготавливать вручную. Могут быть проблемы с контактным зажиганием по разным причинам, от выработки самих контактов до выхода из строя катушек. Сложно найти хотя бы оригинальный грибной винт, если захочется заменить на другой шаг. Иногда винты подходят от других моторов, расточив отверстия под другой диаметр грибного вала. Это вкратце касаемо моторов старше 80-х годов. Такие моторы стоит покупать только в очень хорошем состоянии. Они будут надежными, и эксплуатация не будет значительно отличаться от современных моторов. Но столкнувшись с серьезной неисправностью, можно очень долго искать на него запчасти, которые давно сняты с производства. Не советуем брать и более современные моторы под восстановление. Например, если вы хотите найти дешевый мотор, отремонтировать и эксплуатировать. Например, такие как Yamaha 4, Yamaha 5 и Yamaha 8, которая не эндуро. У них нет проблем с запчастями, но отсутствуют ремонтные поршни. И избавиться от задиров в гильзах путем растачивания и замены поршней на ремонтные невозможно. Не советуем рассматривать моторы, для которых нет ремонтных поршней, а также с цельным коленвалом, ведь при разборке, если на одной шейке будет ржавчина или какие-то повреждения, то придется менять весь коленвал. И, наверное, завершающим примером будет мотор Suzuki 568. Отличный мотор, который, к сожалению, сняли с производства еще в 2003 году. Надежный, неприхотливый, но ремонтопригодность уже под вопросом из-за дорогих запчастей. Некоторые запчасти совсем сняты с производства, и в магазинах их уже не найти. Однако эти моторы до сих пор активно эксплуатируются. Проблем с ними почти нет, поломки возникают по вине владельцев. И все вышеперечисленное сказывается на его ремонтопригодности. Это были самые яркие примеры самых популярных моторов, а таких примеров у нас очень много. Есть целый отдельный плейлист «Старые лодочные моторы», где мы в процессе ремонта рассказываем обо всех нюансах. Далее покажем, как искать запчасти для лодочного мотора. Для этого перейдите в любой каталог запчастей. Для японских моторов, например, Megazip или Parts каталог для Джонсонов, Ивенрудов и Меркури. Ищем модель вашего мотора. Если вы уже не можете найти свою модель, значит это старый мотор и современные каталоги его не знают. У вас возникнут трудности при ремонте.
Попробуйте найти информацию о своем моторе просто в поисковике. Иногда можно найти каталог запчастей отдельно, но это не гарантирует, что запчасти на него давно не сняты с производства. Когда вы нашли свою модель, вам открывается подробная схема запчастей, и все позиции обозначены номерами. Вы можете видеть цену на запчасть, которая доступна под заказ из Японии. Либо пишут, что запчасть снята с производства. Чтобы не заказывать из Японии, копируете каталожный номер и ищите через поисковик, где можно приобрести эту запчасть. Если выбирать между БУ японцем и новым китайцем, то БУ японца лучше выбирать ремонтопригодного. Новый китайский мотор, если это не Zhongshan, если он является копией актуального японского мотора с огромным выбором запчастей разнообразного качества, то, конечно, в таком сравнении лучше взять нового китайца. Делитесь своим опытом по ремонту проблемного мотора. Если у вас есть дополнительная информация или вы с нами в чем-то не согласны, прокомментируйте. Желаем всем удачного выбора техники, удачи на воде и всем пока!